Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушаны Дув. Писание Давида для изучения. Когда он воевал с Сирией Месопотамской и Сирией Цаванской, и когда Иова, возвращаясь, поразил 12 тысяч едумей в долине соляной, Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище своем, восторжествуй, разделю Сихем и долину сахов размеру. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Муав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимлянская, кто ведет меня в укрепленный город, кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отрынул нас, и не уходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в честноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он изложит врагов наших. Аминь.